Я почему инициировал нашу встречу? По квотам миграционным. Вот меня убеждают, что в Анапе не хватает строителей, именно рабочих специальностей. Вот сегодня, на сегодняшний день я получал бумагу, там что-то больше 100 человек квотируют два предприятия, там 75 и еще сколько-то. Каким образом мы в этом процессе принимаем участие? Мы, если непосредственно взять отдел, мы принимаем участие только в плане контроля. Дело в том, что квоты распределяет администрация краевая, и оформлением разрешения работ, и заявками всеми занимается именно наше управление. Знаю, что летом, в сезон, на Пионерском проспекте были проблемы, и очень серьезные. Если мы не можем пройти на объект из-за его режима, да, ну, я считаю, что они все равно выходят с объекта. Если бы они находились на этом объекте, они бы не доставляли беспокойства отдыхающим. Мы рады им, но только в случае, если есть необходимость. Допустим, дефицитные специальности какие-то, там суперсварщик какой-то, там, еще что-то, которых у нас нет. На будущее можете рассчитывать на мою поддержку в полном объеме. Мы тоже будем принимать участие совместно с вами, насколько нам позволено законом, в этих мероприятиях. Ваше поручение обязательно его выполним, я думаю. Сотрудниками отдела УФМС Анапы проводятся внеплановые проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства. Так, в один из рейдов совместно с Анапским казачьим войском было выявлено 79 иностранных граждан, работавших без разрешительных документов, и 10 иностранцев, уклонившихся от выезда с территории России. Возбуждено 79 административных расследований. Наложено штрафов на сумму 178 тысяч рублей. Как отметил на рабочей встрече с руководством миграционной службы в Анапе Сергей Сергеев, работу необходимо продолжать, чтобы обеспечить в этой сфере полный порядок.